Синие горы Кавказа, приветствую вас! Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи. Кто раз лишь на ваших вершинах Творцу помолился, тот жизнь презирает, хоть в то мгновение гордился он ею. Так писал о Кавказе Лермонтов. Сейчас об этом регионе, особенно о Дагестане, снимают, говорят и пишут мало хорошего. Когда я вернулся из первой поездки по Дагестану, а это было несколько лет тому назад, меня спросили, а что Махачкала? Она все еще лежит в руинах, ее восстановили? Я в ответ спросил, а с чего вы взяли, что Махачкала лежит в руинах? С чего? Люди думают, что здесь идут и не прекращаются боевые действия со всеми вытекающими отсюда последствиями – голодом, холодом и разрухой. Вы знаете, что-то не похоже. В основном до российского и мирового зрителя, читателя и слушателя доходит криминальная информация. Можно подумать, что и хорошего тут нет вовсе, но это совсем не так. Есть другой Кавказ и другой Дагестан. Республика Дагестан среди субъектов Российской Федерации занимает 52-е место по площади и 13-е по населению. 50 тысяч квадратных километров территория, почти 3 миллиона человек проживают. Граничит с Азербайджаном, Грузией, Чечней, Ставропольем, Калмыкией по суше, с Ираном и Казахстаном по морю. На востоке омывается Каспием. Половина территории горы – столица Махачкала. В творческих командировках, связанных с путешествиями, нечасто встречаешься с первыми лицами государства, а также субъектов Российской Федерации. То ли времени у чиновников не хватает, то ли желания. А вот у главы Республики Дагестан хватило и времени, и желания. Говорит Салам, говорит Алич, скажите, пожалуйста, вот какие национальные традиции, обычаи наиболее полно раскрывают дух многонациональной республики Дагестана? Главное наше отличие это в том, что мы очень многообразная республика. У нас во всем многообразие. И в языках, в национальностях у нас 33 коренных национальности. А вообще живут на территории республики 120 представителей национальностей и народностей. 14 из них имеют свою письменность, алфавит. И это удивительное богатство. И у нас разнообразие в языках, в культуре. Вместе с тем мы носители уникальной, древнейшей на территории России культуры. Заранее прошу прощения у тех народов, в гостях у которых мы с вами сегодня не побываем, в другой раз. Почувствовать многонациональность Дагестана можно да хоть у газетного ларька «Махачкалы». В республике выходит пресса на 14 национальных языках. Здравствуйте. Пресса на национальных языках меня интересует. Есть? Есть. А какая? Расскажите. Есть кумыская, лезгинская, аварская, лакские, ага. Там агульские, цахурские, рутульские, юлдаш, лезгин, нур, ильчи. Примерно такая же ситуация в Махачкале и с театрами. Лакский драмтеатр имени Копиева. Аварский музыкально-драматический имени Цадасы. Кумыкский носит имя Алимпаши Салаватова, основоположника кумыкской драматургии. В репертуаре преобладают пьесы дагестанских авторов, но можно посмотреть и Островского, и Сервантеса, и Шекспира. Сейчас актеры репетируют пьесу Гамида Рустамова «Если сердце захочет». Режиссер – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ислам Казиев. Но разговор у нас сейчас будет не с ним и не о театре. Ну, скажите, вот мне, как человеку, нечасто бывающему в Дагестане, куда стоит поехать, чтобы получить некое представление о республике? Я был в Гунип по совету. Гунип – это Орлиное гнездо, Ласточкино гнездо.
как говорил Расул Гамзатов, поднимешься на Гунип, и вся республика у тебя перед глазами. Конечно, кубачи – это мастера, которые испокон веков занимались оружием, кинжалами, саблями, даже пистолеты у них особые какие-то были. Ну и, конечно, кто приедет, обязательно первым долгом мы везем Дербент. Нарын, Кала, крепость – это уж никуда не денешься. Книжечка знакомая. Книжечка – это мой Дагестан. Вот это есть путеводитель по Дагестану. Расул Гамзатович вот здесь все указал, здесь все написал. Вот эту книгу я вам дарю, чтобы она была путеводителем у вас. Спасибо. Пожалуйста. Ну, с такой книгой в Дагестане не пропадешь. Да. Это мой пропуск в Дагестан. Да, это ваш пропуск в Дагестан. Спасибо. Вот в путь выходит пешеход. Что он берет с собой? Вино берет и хлеб берет, но, гость мой дорогой, тебе окажем мы почет. Поклажа не нужна, горянка хлеба напечет, а горец даст вина. Это я цитирую к тому, что туристический потенциал у Дагестана огромнейший. И дело здесь не столько в гостеприимстве, о котором я знаю не понаслышке, сколько в огромном количестве интереснейших мест. Перед тем, как покинуть Махачкалу и отправиться по местам, рекомендованным худруком Кумыкского театра, забегу к давнему знакомому. В Махачкале на Дахадаево 16 творит дизайнер Шамхал Алиханов, основавший свой модный дом еще в 1984 году. В своих коллекциях Алиханов использует этнические мотивы, возвращается к истокам. Он, может, как никто другой, сохраняет и приумножает культурное богатство Дагестана. Ведь одежда – важная часть культуры. У Шамхала нет коллекции, где не присутствовала бы дагестанская тематика. При создании одежды он пользуется различными технологиями – аппликацией, вышивкой, росписью, набивкой. Получается нереально круто. Шамхал Алиханов. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. А у меня вот какая проблема. Меня часто зовут на всякие мероприятия. Так, я понял. А я отказываюсь, потому что мне, да, пойти-то и не в чем. Может быть, вы мне придумаете что-нибудь, а я бы перед отъездом зашел бы и забрал. Все. Да? Как договорились, естественно. На предварительную примерку я попасть никак не мог, но дизайнер пообещал исполнить заказ в срок и без всяких подгонок. Тогда я что, с вами прощаюсь и поеду там дальше по своим делам? Заеду к вам. Ну, естественно. Да? Заедете на примерку и... Спасибо. Спасибо вам. Моя благодарность не знает границ. Скажете тогда, когда сделаем. Хорошо. Шамхала Алиханова навестил, можно ехать. Часа полтора-два езды от Махачкалы, и мы с вами в самом древнем и самом южном городе России, втором по величине городе Дагестана, Дербенте. 120 тысяч человек в нем проживают. Кавказские горы в этом месте ближе всего спускаются к Каспию, до которого от них всего километра три. Чтобы избавиться от нашествий кочевников, персидские цари из династии Сасанидов воздвигли город-крепость. Сама крепость занимает вершину холма. Старый город лежит внизу, между двух древних крепостных стен, уходивших в море. Геродот, Страбон, Плиний, Тацит и Птолемей писали о Дербенте. Марко Поло, Афанасий Никитин, Кантемир, Петр I, Александр Дюма и Бестужев-Марлинский еще и бывали. Последнему Дербент напомнил огромного удава, который под чешуей домов растянулся с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском море. Официально считается, что город-крепость основан в 438 году персами, но археологи говорят, что поселение здесь было и 5000 лет назад. Это один из старейших, притом населенных городов мира. Стены Дербента видели гуннов, персов, хазар, арабов, турок-сельджуков, монголов, наместников, царей и ханов. Внутри крепости баня, резервуары для воды, руины шахского дворца, зиндан. Все вы прекрасно знаете, что такое зиндан. Зиндан – это подземная тюрьма. Сверху она накрывалась тяжеленным камнем. В центре – небольшое отверстие вот такого диаметра, через которое проникали свет, воздух, иногда давали поесть. Интересно, что чувствовал узник, находясь там, внизу? Оп. Майнуй помалу.
Иду. О, какой глубокий. 11 метров. Внутри прохладно, дышится легко, хорошо. Пахнет только не очень. Как правило, сажали в Синдан на несколько лет. Чаще всего пожизненно. И когда человек умирал, останки не убирали. Так они здесь и лежали. И все остальные узники Синдана сидели вместе с этими останками. Вот так. С 2004 года на территории крепости ведутся раскопки. Археологи углубились в историю метров на 10, не меньше. Раскопки проводятся силами студентов-историков Дагестанского госуниверситета Махачкалинского. Они сюда приезжают на 1,5-2 месяца, разбивают палаточный лагерь и ходят в крепость как на работу. Приходят к 6 утра, за 4 часа до открытия крепости для посетителей, и работают до часу. Потому что просто потом жарко становится. Во время раскопок выявлены остатки фортификации 5-6 веков, культурные напластования первых веков нашей эры. Сегодня нашли вот что-то? Сегодня да. Можете сегодня, показать? Да, конечно. Ребята, где сегодня была глазурованная чаша? Здесь, да? А вот. И что можно сказать об этом черепке, чем он так важен и ценен? Ну, во-первых, это местное производство глазурованной керамики. Это позднее средневековье, это позднесредневековый перекоп. Вот, ну и определенные декоративные вкусы. Этот сезон для археологов крайний. Все, что раскопано за 8 лет, засыплют землей, законсервируют до лучших времен. В Дербенте, история которого насчитывает не 1000 лет, есть что посмотреть и кроме крепости. Здесь находится старейшая в России и на Кавказе Джума-мечеть 8 века. Она входит в 5 древнейших в мире, вслед за мечетями в Мекке, Медине, Каире и Иерусалиме. В ней молятся и сунниты, и шииты. Минаретов у мечети нет, их стали возводить только с 9 века. На кладбище Кырхляр без труда отыщутся ханский мавзолей и могилы 40 арабских воинов, погибших в 7 веке, распространяя ислам. Они считаются святыми, их тела не разлагались после смерти. Погребение воинов – место паломничества. Приходят сюда и бездетные супруги с просьбой о потомстве. Им нужно пройти через нехитрый ритуал – вместе покачать каменную люльку на одной из могил. Но, пожалуй, главная достопримечательность Дербента и Дагестана в целом – Каспийское море. За 1000-летнюю историю у него было около 70 названий. Мне больше нравятся такие – русское и дербентское. Общая протяженность береговой полосы Каспия в республике – 530 километров. Из них 260 – рекреационные земли, песчаные пляжи. У России немного теплых морей. Не использовать такое богатство было бы просто неразумно. Отец любил говорить: у кого есть море, у того всегда будет много гостей. Абуталиб, лакский поэт, вторил ему: у кого есть море, тот живет красиво, богато. Красивее моря могут быть горы, но и они у нас есть. Само название Республики Дагестан переводится как «страна гор». И действительно, половина всей территории лежит на склонах Большого Кавказского хребта. Вот она, горная страна, под нами. Здесь и потрясающие красоты ущелья, и горные реки. Неудивительно, что всю эту природную красоту дагестанцы хотят показать гостям. Скоро на склонах Большого Кавказа начнется масштабная стройка курорта «Матлас». Его длинным и широким лыжным трассам позавидует любой куршевель.
А ведь Матлас будет не только зимним курортом. Здесь и летом есть что посмотреть. Здесь великолепные условия для пеших прогулок, для конных прогулок. Есть что посмотреть, куда спуститься, водопады. Все как бы хотят показать, вот вы видите нашу природу и гостеприимство. Поэтому постараемся сделать так, чтобы люди, кто один раз сюда приехал, всем нравилось. Фантазии рисуют в этих изумительных горах десятки многозвездных отелей и толпы туристов. Ведь и география, и климат Дагестана позволяют сделать республику альтернативой перегруженным черноморским курортам. Я верю в Дагестан и верю в его перспективы, иначе я бы не занимался этой работой. И, конечно, я считаю, что Дагестан один из самых перспективных регионов нашей страны. Это богатейший потенциал и природный, и ресурсный, богатейший человеческий потенциал. Это все надо реализовать, и если все это реализовать, конечно, у Дагестана прекрасное будущее и перспективы. Я думаю, что наступит время, когда вот сегодня много дискуссий по поводу того, что вот Дагестан мешает или Кавказ мешает, там создает проблемы для развития страны. Наступит время, когда страна будет гордиться и радоваться, что есть такая республика в составе России, Дагестан, куда все будут стремиться приехать и где каждый будет получать удовольствие и от общения, и от природы, и от истории. Мы с вами отправляемся дальше, в самое сердце Дагестана, его центральную горную часть, аварское селение Гунип, 150 километров от Махачкалы. Солнце утюжило наш Дагестан словно горячим утюгом. Солнце порождало печаль. Мы так и звали его – печальное солнце. И лежала земля под печальным солнцем сотни тысяч лет. Если взять Европу, то больше всего солнечных дней падает на дагестанский аул Гунип. Сказать, что аул находится в очень красивом месте, значит не сказать ничего. Это прямо-таки готовый национальный парк. Тут вам и редчайшие реликтовые березы Раде, и 310 солнечных дней в году, и сухой, насыщенный кислородом воздух без пыли и микроорганизмов. Гунип – наш дагестанский Давос. Ну а история здесь на каждом шагу. Именно в Гунипе были написаны финальные страницы Кавказской войны. Здесь держал последнюю оборону третий легендарный имам Чечни и Дагестана Аварец Шамиль. Муртазали, мы все прекрасно знаем, что Шамиль был великолепным военачальником и организатором, мог сплотить вокруг себя людей. А человеком-то он каким был? В народе, как говорят, он был человеком очень справедливым, порядочным, хорошим семьянином. И вот то, что его вот требовались не только там к окружающим, да, своим мюридам, наибам, но и к своей семье, даже к своей матери. Вот это, наверное, и подкупало людей, да, и вот это вдохновлялось. Был очень ловким, сильным. Хотя, говорят, в детстве он болел и был очень таким хилым. И вот как бы по суеверию одни говорят, но другие говорят все-таки, что это на самом деле помогает. Ему поменяли имя, нарекли, хотя у него раньше было имя Али, его нарекли именем Шамиль. И после этого, говорят, он стал намного сильнее, вот от этих недуг он избавился. Силы горцев и царской армии были неравны. У имама 400 человек, 4 пушки. Им противостояли 40 тысяч солдат, 6 батальонов и горная артиллерия. Два дня горцы стояли насмерть. 25 августа в 4 пополудни после двухчасовых переговоров Шамиль сдается генералу Борятинскому. На следующий день генерал отправил в Петербург депешу. Судьба Восточного Кавказа решена окончательно. После 50 лет кровавой борьбы настал в этой стране день мира. В 1893-м на месте пленения имама построили ротонду. Беседкой Шамиля ее называют люди. Народная тропа к ней не зарастает. Вот на этом самом месте, на этом самом камне сидел генерал Борятинский. Шамиль подошел к камню, поставил на него левую ногу, правую руку положил на оружие и сказал: 25 лет я воевал, 19 незаживающих ран. Теперь сдаюсь в плен и передаю землю в ваши руки. И Борятинский отвечает:
Полно жалеть. Хороша твоя земля. Одни скалы да камни. Тогда скажи мне, кто из нас более прав в этой войне? Мы, кто умирал за эту землю, считая ее прекрасной? Или вы, кто тоже умирал за нее, считая ее плохой? Осенью 1871 года Гунип посетил Александр II. Ворота кто так назвал? Шемилевские. Император России, проезжая через эти ворота, он спросил, носит ли ворота чьё название. И когда получил отрицательный ответ, издал указ назвать Шемилевским. После смотра войск он поднялся на поляну недалеко от места пленения имама, где был приготовлен завтрак. С тех пор поляна называется Царской. Александр II сидел где? Ну, по преданию, Александр II, император России, сидел на этой возвышенности. А высшие офицерские чины за тем столом, которые идут перпендикулярно к этим столам, да? Да. И вот здесь это было октябрь 1871 года. Это специально насыпали, и с тех пор это вот так сохранилось? Ну да. Это все сделано из природного дерна. И вот специально соорудили вот такие столы. Это для солдат? Да. А они как сидели, вот как мы сейчас, что ли? Ну, по крайней мере, я думаю, ну, это мое предположение, что это место, где мы, сейчас у нас ноги находятся, да? Это было намного глубже. В Гунипском районе есть еще несколько важных объектов исторического туризма. В 1741 году объединенные силы горцев разгромили полчище персидского правителя Надиршаха. Он собирался дойти до Астрахани, не дошел. На месте главной битвы, недалеко от аула Саграталь, в 2004 году построен мемориал «Ватан», посвященный этой славной победе. В самом же Гунибе в 1986 году возвели еще один мемориал «Белые журавли». Во время Великой Отечественной войны 3400 гунибцев ушли на фронт. Из них 1340 не вернулись. Четверых наградили звездами Героев Советского Союза. На открытии были Расул Гамзатов и Ян Френкель, авторы песни «Белые журавли». Из-за чего дрались раньше люди одного аула? Из-за пяди земли между полями двух горцев. Из-за чего дрались раньше люди двух соседних аулов? Из-за пяди земли между полями аулов. Из-за чего воевал Дагестан с другими народами? Из-за пяди земли на границах самого Дагестана. Из-за чего потом воевал Дагестан? Из-за пяди земли на границах великой страны Советов. Создается впечатление, что люди агрессивные, нетерпимые к другой вере, к другим традициям, но это далеко не так. Это скорее стереотипы. А настоящие дагестанцы, они очень гостеприимны, очень дружелюбны, очень миролюбивы. Вместе с тем, в наших традициях уважение к старшим, любовь к родине, трудолюбие. Вот это и есть то, что нас всех объединяет. Мой, теперь уже любимый поэт Расул Гамзатов писал в одном из стихотворений: «Божественен природа твой язык, и кто бы ни считал себя поэтом, пожизненно он твой лишь ученик, пусть ни на миг не усомнится в этом». Природной красотой с Дагестаном сравнится не всякий субъект Российской Федерации. В республику, куда ни приедешь, в какую сторону ни посмотришь, везде красота. Из Гунибы держим курс на юго-запад, в горное селение Цавкра. Там живут лакцы. В Дагестане их, по данным переписи, 5,4% от общего населения. Малочисленные лакцы. Но их можно встретить во многих уголках земного шара. Бедное существование на каменистой земле заставляло их бродить по белому свету. Все они прекрасные ремесленники, мастера-сапожники, златокузнецы, а некоторые ходили по земле и пели песни. В Дагестане говорят: «Осторожней разрезай арбуз, как бы оттуда не выскочил лакец». Цавкре больше 1000 лет. Когда-то тут и дворов было больше, и людей. Сейчас осталось 160 хозяйств из 400. Несмотря на общемировую тенденцию оттока населения из сел в города, жизнь в Цавкре не прекращается. В Дагестане, России и мире село знают как центр по подготовке канатоходцев. Скорее всего, это искусство попало сюда в 17-18 веках вместе с горцами, которые возвращались с заработков. Тогда канатоходцы получали приличные деньги, выступая на рынках, свадьбах.
От тренера зависит жизнь начинающих канатоходцев. Иногда он бывает жестким, иначе нельзя. Одно неосторожное движение может стоить человеку здоровья, жизни. В раннем возрасте ученики осваивают простейшие упражнения – прыжки, сидение и лежание на канате, переход через партнера, хождение без балансира с завязанными глазами и прочее. Визитная карточка местных канатоходцев – они везде работают без страховки. Моя, кстати, и тоже. Умом-то я понимаю, что здесь невысоко. 2 метров не будет. Но ничего с собой поделать не могу. Страшно. И страшно сделать первый, второй шаг. Оторваться вот от этой стойки. Так, ногу ставить можно вот так, можно вот так, можно так, лишь бы было удобно. И еще мне сказали, что когда будешь падать, шест нужно отбросить. Падать я буду. Рамазан, а вы всех к себе в ученики берете? Всех желающих беру, уже когда уже балласт могут держать, когда уже поднять могут там 2-5-6 килограммов. Который человек может поднять, всех желающих беру. Все, я пошел. Ну ладно, давай. Рамазан, скажите, пожалуйста, а есть ли у цавклинских канатоходцев какая-то перспектива? Это искусство, оно сейчас востребовано или нет? Конечно, востребовано. Востребовано. Конечно, востребовано, да. Сейчас. Вот в последнее время, когда открыли школу уже, начали возрождать старые традиции. Ага. У нас раньше ходили по канату, это коренные канатоходцы были. По всему миру известны. Внимание обратили на нас, опять возродили старые традиции. К нам приезжают, смотрят на это искусство. Ну тогда я вам желаю побольше хороших, вот, талантливых учеников. А ученикам ходить, бегать, лежать, крутиться на канате и никогда, никогда не падать. Спасибо. Спасибо. Слушай, ты какая тяжелая штука, да? Чуть не убила меня. Из лакского села Цавкра отправляемся в знаменитые Кубачи, 1800 метров над уровнем моря, центр художественной обработки металлов. Село лежит на полпути между Гунибом и Дербентом. Живут в нем около 3000 человек, почти все даргинцы. В Кубачах есть метро. Так селяне называют узкие улочки и темные коридоры между домами. Местные жительницы ходят в национальных шалях белого цвета казах. Чем крупнее на них узоры, тем старше обладательница шали. Вертикально стоящие могильные камни кубачинцы прикрывают горизонтальной плиткой. Она защищает надгробья от птичьего помета и осадков. Один кубачинец сказал: «Золото или серебро сами по себе еще ничего не значит. Главное, чтобы у мастера были золотые руки». И вот еще цитата. «Кто думает, работа наша мед, пусть в Кубачи хоть на денек придет». Надпись на кубачинском изделии. Уже иду. Но я не думаю, что работа у кубачинцев мед. В Кубачах уверены, шлем Александра Македонского и щит Александра Невского сделали именно здесь, в селе. За несколько последних лет оно изменилось, стало больше, домов прибавилось, газ подвели. Ювелирное производство, как и прежде, рассредоточено по домам. Однако местный комбинат медленно, но оживает. В Кубачах живут и работают профессионалы экстра-класса. Могут сделать все, что угодно. Любое оружие оправить в золото или серебро, изготовить любую посуду серебряную с насечкой и чернением. Любое ювелирное изделие, какое захотите. Я вот дома тут у себя обнаружил 3 совершенно ничем не примечательных серебряных ложки. Надеюсь, что мне на кубачинском комбинате из них сделают что-то более изящное в кубачинском стиле. Зайдем. А я вам ложки принес. Вот, положите. Туда. Сюда? Да. Сначала из серебра, оставшегося от прошлых производств, отливают толстые серебряные пластины, вес каждые 3 килограмма. Серебра в пластине 88%, 12% меди. Оно 875-й пробы. Именно из такого, как правило, делают предметы сервировки стола. Серебро более высокой пробы слишком мягкое для вилок ложек. Далее пластины вальцуют, прокатывают до 10 раз между валиками, чтобы серебро было тоньше. Из тонких листов делают заготовки, в данном случае рюмок.
Заготовки обрабатывают на токарном станке, припаивают ножку, гравируют, а дальше начинается самое интересное. Мастера-шабровщики наносят на гравировку раствор из поваренной соли, буры, борной соли натрия, и поташа, карбоната калия. Затем на смоченные участки сыплют состав из свинца, серебра и серы. А сейчас я вам все испорчу здесь просто, и все. Да? Не смотри, это можно снять, можно. Так. Да, но можно положить. Ну как-то вот так получается. Да? Вроде вот тогда, когда делаешь, надо чистить все, вот это, чтобы это лишнее не было. Угу. Так надо чистить. Угу. В общем, годится. Из тебя мастер получится. Спасибо. Кое-как есть. Чтобы порошок въелся в гравировку, изделие обжигают на открытом огне. Крути вот так, крути. А? Круговой, вот так. Ау! Медленно. Порошок плавится и заполняет прорези на изделии. Далее рюмку остужают в воде и снимают ненужный слой черни. В ход идут напильник, шкурка, шабер. Это ли не чудо? За слоем затвердевшего порошка вдруг открывается дивный кубачинский узор. Было у меня 3 старых ненужных чайных ложки, а теперь у меня 1 новая рюмка, из которой я дома буду пить дагестанскую минеральную воду. Кстати, есть очень хорошая цитата по этому поводу. Слово, даргинское слово «дерхаб» всегда нужно произносить перед тем, как выпить. Конечно, смысл его объяснить трудно. Может быть, у него и нет никакого особенного смысла. Но разве непонятно и так? Дерхаб. В горах гостиницы есть не везде. Рядом с кубачами одна такая имеется, но мне там жить не позволили. Не потому, что она плохая, а потому, что гость издалека особенно дорог. Издалека гостя приводит, как писал Гамзатов, или большая любовь, или большое горе. Равнодушный издалека не поедет. Меня поселили в частном доме. Иногда говорят, со всех сторон гость красив, но все-таки самая красивая у гостя спина. В этот раз я понял смысл поговорки. Спина уходящего гостя показалась мне прекрасной. Просто этот гость с красивой спиной сжег Гамзатову номер в гостинице. Надеюсь, что про меня и про мою спину так никто никогда не скажет. Спокойной ночи. Опа. В 10 километрах от Кубачей находится дагестанский Мачу-Пикчу, село-крепость Калакарейш, 8 век нашей эры. По преданию, основали его арабы из племени Курайш, прибывшие сюда проповедовать ислам. Из этого же племени происходил и пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир. Один из курейшитов принял титул Уцмия, что-то вроде хана, правителя обширного владения, кайтакского уцмийства. Оно было одним из центров распространения ислама на Кавказе. В 20 километрах от Махачкалы возвышается бархан Сарыкум, в переводе с кумыкского «желтый песок». Его сюда сносит ветрами, разрушающими окрестные горы. Бархан тянется на 10 километров. В августе 68-го тут 3 месяца снимали сцены из «Белого солнца пустыни». Вот сейчас тебя трою, и будь здоров. Сарыкум считают самым высоким барханом Евразии с абсолютной высотой 262 метра. А в 60 километрах севернее Махачкалы начинается Сулакский каньон, один из самых глубоких в мире. Его глубина достигает 2 километров, а длина 53. Там же, на реке Сулак, стоит и крупнейшая на Северном Кавказе ГЭС, черкесская, самой высокой в России арочной плотиной 232,5 метра.
ГЕС образует Черкесское водохранилище площадью 42 квадратных километра. Форели в нем, видимо-невидимо. Наше с вами путешествие подходит к концу. Мы возвращаемся в столицу Дагестана, Махачкалу. В средние века этот город называли Анжи-Кала, жемчужный град. Когда-то именно в этих местах была столица хазарского каганата, мощного государства кочевых племен. В жемчужном городе и своих достопримечательностей с избытком. Чего стоит, к примеру, центральная джума-мечеть, построенная по образцу голубой стамбульской мечети, а 10-метровый бронзовый монумент молодой учительницы. Ну и, конечно, футбольный стадион, памятник советского прошлого, построенный еще в 1927 году. Находясь в Махачкале, сложно не обратить внимание на плакаты, посвященные местной футбольной команде «Анжи». Из-за отсутствия базы ребята тренируются пока под Москвой. В столицу республики приезжают играть домашние матчи. Болеть за футболистов приходит вся Махачкала. Самых преданных болельщиков называют «дикой дивизией». «Анжи» — это футбольный интернационал. Здесь собрали парней из России, Бразилии, Венгрии, Чехии, Голландии, Сенегала, Нигерии, Камеруна, Того. Команда молодая, родилась в 1991 году. Сразу же стала чемпионом Дагестана. В Кубке России доходила до финала, участвовала в Кубке УЕФА. И цвета «Анжи» – желтый и зеленый. Вперед, «Анжи»! Вперед, «Анжи»! Вперед, «Анжи»! Иногда кажется, что именно фанаты и есть инициаторы атак любимой команды. Поддержка трибун мощнейшая. Я сам больше за хоккей переживаю, но как среди таких болельщиков остаться хладнокровным? Капитан команды, защитник Роберто Карлос да Сильва Роша, самый титулованный, опытный, самый старший в «Анжи» и один из самых высокооплачиваемых в российской премьер-лиге. В клубе выступает под номером 3, играл за «Интер», бразильские клубы, «Реал», короче, звезда, ведущая «Анжи» вперед к победе. Футбол – это прям нереально круто! Футбол – спорт для настоящих мужиков! Болельщики, это совершенно точно половина команды. Все, идем пробиваться к Роберто Карлосу. Может быть, нам повезет, и мы сейчас с ним поговорим. Сеньор Роберто, вас научили танцевать лезгинку уже ваши коллеги-футболисты? Это было очень сложно. Я вообще-то самбу танцую, но чуть-чуть научился. Скажите, а вот у дагестанцев и у бразильцев есть что-то общее? Есть похожие моменты. Например, много красивых женщин здесь и там. Общее есть. А вам побольше голов и много-много успешных сезонов в составе «Анжи». Спасибо, до свидания. Сегодня, благодаря «Анжи», республика переживает настоящий футбольный бум. Дагестанцы вообще народ спортивный и талантливый. Если ребенок здесь не спортсмен, то значит точно музыкант. В Махачкале работает уникальная республиканская школа одаренных детей, где воспитывается будущее Дагестана. Ребята с выдающимися творческими способностями. Принимают в нее с 3 лет и развивают таланты учеников до 7 класса. Виртуозы Махачкалы. Вы только послушайте, какая игра, а как пластичны движения в танце. Мало что еще выражает душу народа так же полно, как творчество. Основал эту школу талантов знаменитый дагестанский музыкант, дирижер и композитор Мурат Кажлаев. Дагестан очень музыкальный, вообще весь музыкальный, понимаете? Но если разделить по национальностям, то какая-то национальная более ритмичная. Например, самые ритмичные – это лезгины, потому что у них на роду вот эта игра на ударных.
пение очень хорошее у аварцев. Понимаете? Игра на струнном инструменте очень хорошая у лакцев. Так что просто я бы сказал, что Дагестан весь музыкален. Он пропитан музыкой. Но в первую очередь он пропитан ритмом. Махачкалинская школа талантов не только крупнейшая на Северном Кавказе, но и вообще единственная в своем роде. В сегодняшнем Дагестане молодым везде дорога. Кому же, как не им? Кто же, если не они? Я, конечно, очень рад своем амплуа руководителя школы и надеюсь, что мои ученики, наши ученики, все те, кто учится в школе, станут большими музыкантами. Вот это моя надежда, чтобы они закончили школу и стать музыкантами такими, как известны в нашей стране, чтобы они были новые Хачатуряны, новые Шостаковичи и так далее, и так далее. Так они будут обязательно. У них нет выбора просто. Дай Бог. В том, что республика развивается бурно, я убедился за время своего путешествия не раз и не два. По темпам экономического роста Дагестан обгоняет все регионы Северного Кавказа. У республики богатейший потенциал – природный и людской. Ей вполне по силам стать всероссийской и здравницей, и житницей. Здесь собирают рекордные урожаи винограда и граната. Продукцию пищевой промышленности Дагестана хорошо знают в России. Возрождается рыбное хозяйство. Здесь мощнейшие традиции животноводства, развивая которые, Россия может полностью отказаться от импорта мяса. А сказочные горы, а теплое море, а потрясающая кухня и архитектура 5000-летней выдержки – все это просто не может не расширить круг друзей нашего Дагестана. В Махачкале у меня осталось одно дело. Надо забежать к дизайнеру Шамхалу Алиханову за костюмом. По-моему, получилось очень достойно, в национальном стиле и вместе с тем свежо и современно. Кем-то было сказано еще, умный, сидя в своем кабинете, увидит больше, чем дурак, совершивший кругосветное путешествие. Конечно, так оно и есть. Но иногда даже умному человеку стоит поехать и посмотреть на мир своими глазами. В Дагестане я увидел много прекрасного, даже больше, чем ожидал. Путешествуйте подольше и подальше. Обязательно приезжайте в наш Дагестан. Спасибо вам и Расулу Гамзатову. Его Дагестан стал теперь и моим. До свидания.